Кто бы мог подумать, что секретов в игре окажется так много, и они будут настолько захватывающими, что мне придется выбирать, о чем рассказывать вам в первую очередь. Но ведь это круто! Привет, Страж, я Джонни Лейни, помогу в этом видео разобраться тебе в том, как выполнить высшее испытание от Петры. И должен сказать, что это по-настоящему секретная и с интересными новыми механиками миссия. Во-первых, перед ее началом вам необходимо позаботиться о том, чтобы в инвентаре был ресурс «Настойка из королевского листа». Получить бутылочку можно либо открывая сундуки региона и сундуки с наградами за паблик-ивенты, либо купить ее за 50 барионных ветвей у Хагина, черепа Хамкары. Добраться до него не так просто, так что покажу маршрут в конце видео для тех, кому будет нужно купить. А сейчас к заданию. Чтобы его выполнить, нам нужно отправиться в затерянный сектор в локации Взморье, прямо под горой, на которой стоит Петра. Зачищайте сектор, а затем выпивайте ту самую настойку. Благодаря ее эффекту вы сможете увидеть портал над вами, ведущий в Высшее Царство. Тут вам и предстоит побороться за награду, но не спешите просто поливать дамагом все, что движется. Все гораздо проще, ну или сложнее, в зависимости от того, что вам больше нравится. В огромном темном зале по краям будут расставлены очаги одержимых. Вам нужно уничтожить все 4, а потом переключиться на уничтожение кристаллов. Уворачивайтесь от атак босса и мобов, и тогда сложности особых у вас не возникнет. После уничтожения кристаллов боссы погибнут, не нужно будет никого еще убивать и бегать не от кого. Просто получайте награду, сдавайте поручения и получайте лут с повышенным уровнем силы. Вот такой мини-квест. Вроде ерунда, но как все завернули, и к черепу сходи, и от опиатов эффект ощути, и в портал прыгни. Давно бы так. На этом пока все, Страж. Подпишись на канал, чтобы... не пропустить следующие видео, которые помогут тебе во всем разобраться. А я пока прощаюсь, до скорой встречи, счастливо!